Добрый день, меня зовут Исхаков Ильдар Маратович, работаю исполнительным директором на предприятии ОМЗ «Топарт». Хочу выразить признательность руководству Республики Татарстан, руководству Итатинского района, руководству ПАО «Татнефть», руководству НПФ «Пакер» за возможность работать и участвовать в таком увлекательном бизнес-проекте, который 2 года назад начинался как социальная инициатива и развился благодаря совместному участию руководства УРУСОВ Итатинского района. Благодаря их поддержке развился в полноценный машиностроительный завод с 3 корпусами и 2000 квадратных метров полезной площади, на которых сейчас идет выстраивание продуктовой линейки в бизнес-направлении нефтегазового сектора. От себя лично хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным участникам нашего проекта, кто следит за нашими новостями, кто помогает нам своим мнением, своей обратной связью, своим участием. Не забывает про нас. Огромное вам спасибо.